Друзья, всем привет! С вами Владимир. Вы смотрите программу «Вестник ММА». Сегодня мы находимся в Москве, где проходит турнир «Легенда 2. Вторжение». Мы можем видеть, что уже практически все гости заняли свои места, еще кто-то подходит. Сегодня посмотрим бои и попробуем пообщаться с организаторами, с бойцами и со всеми людьми, которые делают это шоу. Ну что, пойдем? Your homeboy, Conrector! Yeah!
Уже сейчас только... Парни, извините, я встать не могу. Да ничего страшного. Я с тобой сяду? Еще о том, нервничает сейчас. Сидит здесь на трибуне. Хорошо, там все нормально? Да, сейчас так без ошибки просто. Короче, да, поднапок на ногу. О, какой я тебе красавца сделал для интервью. Красавец! Кто бы сомневался? Колорит, колорит. Колорит. А что с ногой-то? Раздуриваю. Ну, мертвый. Ну что же, мы берем наше первое интервью у победителя одного из сегодняшних поединков по ММА, Эдуард Вартанян. Эдуард, здравствуй. Добрый вечер. Во-первых, хочу тебя поздравить с победой. Это Спасибо. Был уже очень хороший бой. Уже вторая твоя победа на турнирах легенды. Опять эпатажный выход, очень интересно. Нам уже очень интересно, чтобы на третьей легенде. И, во-первых, я хотел бы тебя спросить про бой. Как ты оцениваешь себя, своего соперника, и все ли у тебя сегодня получилось, что ты задумывал? Так, начну с соперника. Мой соперник сильный, смелый, бескомпромиссный. Но у меня была такая же комплектация, и мы убедились, чья сборка лучше. Это первое. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда, всех, кто нас смотрел, потому что обращаюсь ко всем любителям смешанных единоборств К1, чтобы благодаря вам, потому что вы на самом деле занимаете очень нужные и необходимые работы продвижением ММА в России. Этим никто не занимается. Это очень плохо. И поэтому хочу поблагодарить, болейте за наших ребят. У нас очень много спортсменов. Наши спортсмены, россияне, забыты на международном пространстве. И как-то надо менять ситуацию. К сожалению, да, это так. И Эдуард один из тех, кто будет ее менять. Мы уже спасибо, но знаем. Еще впереди много ребят. Да, и по поводу соперника, как вообще он тебе? И как проходила твоя подготовка к нему? За сколько времени ты начал готовиться? Это боец, он дрался на М1 с Аушевым. Он дрался с Карлом Роучем, это UFC-шный боец, который один бой в UFC выиграл, а два проиграл, причем проиграл решением, и один из боев он Эйленбергеру проиграл, а вы знаете, такой Эйленбергер. И его вот этот француз, Флориант, он нокаутировал 6 июля, хотя тот черный пояс был по бразильскому джиу-джитсу. Соперник мой, он очень выносливый, очень бескомпромиссный, идет до конца, вы сами видели. Я попадал, но его эти удары, они, конечно же, как бы ошарашивали, но он дрался до конца. Еще вопрос, мы видим у тебя травма ноги, скажи, она очень серьезная, у тебя, я вижу, лед лежит, и не знаю, что говорят врачи? Травма – это вся ерунда. Как бы травма – это непосредственные спутники нашего спорта. Вот, сечка такая немножечко окровавленная. Сечка, да, добавит колорит нам. И еще один вопрос по поводу отмены снятия соперника Мирка Филипповича, Александра Емельяненко. Как ты можешь еще прокомментировать эту ситуацию? Ну, с точки зрения бойца, вообще профессиональный Александр подошел? Мне бы хотелось, ну, я не судья, я не могу давать оценку поступкам других людей. То есть это человек, полноценный спортсмен, который представлял нашу страну, ну, просто оступился, я не знаю, как можно сказать. Это полностью, ну, его решение. То есть я не могу давать оценки, я не судья. А бой бы хотел бы, конечно, с Мирком Филипповичем увидеть. Но Олейник, ну, тоже хороший. Очень хороший борец, я, кстати, тренировался. И вот как раз по поводу Алексея Олейника. Он знал о бой с Мирком Филипповичем, ну, не так давно. Как ты думаешь, было ли у него время вообще подготовиться к такому серьезному поединку? Подготовиться нет, вопрос интересный. Невозможно подготовиться 2 недели, кто бы это что бы ни говорил. Ну, это мое субъективное мнение, я ни на что не претендую. Но ММА, он такой вид спорта, который не допускает оплошности. То есть любой может победить, потому что если брать тот же бокс, больше возможности выиграть, победить у соперника. Еще такой вопрос. Помимо ММА, вот сейчас у тебя будет перерыв, заживут травмы, сечка. И скажи, будешь ли ты участвовать, ну, в соревнованиях по, ну, другим единоборствам? Да, я хочу по тайскому боксу победить, по боевому самбо, но
Это все, у меня есть тренерский штаб, он все решает за меня, поэтому... Что же, Эдуард, мы не будем больше тебя отвлекать. Вы не отвлекали, да? Вы наоборот молодцы делаете. Просто, да, просто сейчас сказал врач, чтобы мы... Ну, его нет, пока. Спасибо большое. Спасибо. Goed zo, en dan die benen. Dat is het. Schijn is die trap, hè. Je kan hem weer switchen dan, hè. In die hoek kan je switchen. Switchen, switchen. Juist! Dat... Ну что же, вот и завершился турнир «Легенда-2». Сейчас со мной рядом находится президент организации Руслан Сулейманов. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Хочется поблагодарить вас за огромную проделанную работу. Спасибо. В качестве организатора шоу удалось. И хотелось бы вас спросить, в общем, подрезюмируйте вашу проделанную работу. Все ли получилось? И как вам вообще турнир сегодняшний? Ну, к сожалению, опять нам, делая второй турнир, не удалось там... Абсолютно каких-то всех там недостатков, какие могут быть, там, делая турниры, избежать. После первого турнира мы думали, что все проанализируем, какие были недостатки, все учтем и больше ничего не допустим. Наверное, прошлых ошибок каких-то по большому счету мы не допустили, но есть у меня свое какое-то небольшое недовольство, там, как провели пресс-конференцию за день до этого взвешивания, то есть были накладки определенные, не очень профессионально было сделано. Но наши ошибки нас же учат. А в целом, эту легенду мы готовили, как и первую легенду, где-то 5 месяцев. Я думаю, масштаб вы видели. Нас все время пытаются сравнивать там, что там в России с кем-то. Я в упор никого не вижу в России. Ну, то есть без всякой излишней нескромности, как бы, просто смешно нас сравнивать с кем-то даже в России. Мы сейчас номер один в мире, я считаю. Вот, потому что есть, конечно, лучшие промоушены в Америке, в UFC, по ММА, есть в кикбоксинге К1. Ну, К1 уже, собственно говоря, переживает далеко не лучшие времена. Есть Glory, конечно, они номер один в кикбоксинге. Но мы смешанные промоушены. Мы делаем и по К1, и по ММА. И делая в один вечер столько звездных имен, собираем подраться в 8-9 боях. Этого не делает никто. Вот. То есть по файткарду мы уникальны с точки зрения боев по двум дисциплинам. И с точки зрения шоу, шоу такого не делает никто сегодня. Ни UFC, ни Glory, ни К1 тем более вообще. Что говорить там о всяких других промоушенах? Это мое мнение, это мнение, я думаю, очень многих людей сегодня в этом убедились. Это самое дорогое шоу в мире сейчас. Поэтому, конечно, у нас общее с нашей командой удовлетворение от проделанной работы. Теперь, как говорится, заслуженный отдых. Сейчас в социальных сетях есть некая такая информация, что вот сегодня в гостях турнира были Фрэнк Мир и Алистер Овери. Все мы знаем, что у них будет бой, и кто-то из них в любом случае будет вторым. И, возможно, это будет его уже подряд поражение, то его из организации UFC уволят. И есть такая информация, что, возможно, его захочет подписать
ваша организация. Как вам вообще такая идея? Ну, что я могу сказать? Да, действительно, я так же, как и вы, читаю там прессу о новостях из UFC, и я тоже слышал, что проигравший вроде как покинет организацию. Я разговаривал неоднократно с Алистаром по этой теме. Он сказал, что... Я его спросил, если вдруг ты проиграешь, и ты вдруг покинешь эту организацию, если с тобой разорвут контракт, что ты будешь делать? Ты пойдешь выступать по ММА в других организациях? Может быть, в кикбоксинг он вернется, все-таки это чемпионка один. И Алистар вообще, к моему удивлению, сказал, что если он покинет UFC, то, возможно, он вообще уйдет на пенсию, вообще, в принципе, завяжет со спортом. Я ему сказал, что это, конечно, будет для меня, там, для многих там, поклонников его там, трагедия. Вы знаете, как бы, все равно я верю, что можно иногда делать невозможное. Если кто и способен там, привозить там, грандиозные имена, это сегодня только может легенда делать. Я думаю, вы прекрасно видите, никто не может привезти Крокопа в Россию. Если кто-то, Фрэнк Мир или Алистар, покинет UFC и захотят продолжать выступать где-то, я думаю, кроме шанса, как на легенде выступать, больше у них нет. Потому что все другое не их уровня. А легенда под стать их уровнем. Вот. Для нас будет большая честь. Неважно, это будет Фрэнк или это будет Алистар. Для нас будет большая честь сделать хотя бы один бой с ними на нашем промоушене. Я понимаю, что сейчас вы все поглощены второй легендой. Сейчас хотите отдохнуть. Но все равно есть такой вопрос. Примерно когда будет третий ваш турнир? И пройдет ли он в Москве, может быть, в другом городе? Сегодня с большой долей вероятности мы... Все команды для себя определили, что, скорее всего, это будет за рубежом, третья легенда. И, скорее всего, это начало марта будет, следующего года. Вот. С местом, со стороной мы пока определяемся. Ну, в ближайшее время, я думаю, мы это объявим. То есть я это говорю к тому, что легенда, мы изначально эту стратегию нашу заявляли, что легенда – это не российский промоушен, как все остальные здесь, в России. Мы сразу мыслили себя глобально. Не то, что нам тесно в России, но потому что мы пошли по пути... Не по пути делать бои вечера с какими-то неизвестными, непонятными именами, как некоторые делают в России. А сразу зарядились на топовые фамилии. Конечно, не только иностранные, мы и наших спортсменов приглашаем, российских, которые в честь нашей страны отставят. Но все-таки мы промоушен топ-уровня, как мы себя изначально мыслили. Поэтому изначально мы хотели приглашать топовых звезд мировых в К1, в ММА. И будем это делать. Поэтому, собственно говоря... Масштаб наших проектов, наших турниров позволяет сразу транслировать на десятки стран наши турниры. Не только в России, по России-2. Эту легенду более чем в 70 странах транслировали вот сегодняшний турнир. Поэтому мы уже глобальный промоушен. Даже с первой легенды были. Несколько десятков стран показывали легенду в Европе, в Латинской Америке, в Африке. Вот. А сейчас я верю, что мы и Азию подтянем, Китай и Японию. Ну что же, мы будем ждать ваших турниров. И я еще раз хочу поздравить вас с огромной проделанной работой. Спасибо. Все удалось. Спасибо. Что ж, рядом с нами стоит ветеран ММА, участник турниров UFC и Bellator Владимир Матюшенко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ветеран называешь, что ли? Думаешь, я старый, что ли? И хотелось бы спросить, как вам турнир «Легенда»? Понравились ли вам бои? Турнир очень хорошее впечатление, хорошие бои. Было приятно встретить своих знакомых и спарринг-партнеров, как Бавалу и Крокап, и Вердум, Фрэнк Мир, Джон Джонс, да. С которым у вас был бой. Я дрался с ним вчера вечером. Не знаю, кто выиграл, но не помню. Судьи не было. И не захотелось ли вам самому выйти в ринг? Конечно, хотелось бы. Потому что это, как говорится... Аудитория русская. Я когда начал драться в Америке, это было почти нелегально здесь. Сейчас как бы я рок-звезда. Поэтому фанаты и как вы, пресса, делаете то, чтобы я бы продолжал свою карьеру. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Где тренируетесь? Сейчас живу в Лос-Анджелесе. Самое классное место. Домик у реки. Ну, не реки, возле океана. Тренируюсь с Энтони Харданком, тренируюсь с Фердумом, тренируюсь с этими ребятами, которые здесь были.
в принципе, все там живем рядом. Поэтому хотелось бы продолжать свою карьеру, но опять же, молодым не становлюсь. Но у меня есть очень много молодых ребят, которые претендуют на победу. Кстати, Александр Яковлев выиграл сегодня, один из моих протеже. И надеюсь подписать его в UFC. Он достоин быть, он достоин быть чемпионом UFC. Ну что же, мы желаем Александру удачи. И вам я хотел сказать, что я лично являюсь вашим просто огромным, огромнейшим фанатом. И я бы очень хотел, чтобы вас еще раз увидеть в октагоне. Спасибо за вас. Спасибо вам большое.